«Пенсия по-новому». Такую акцию подготовил Сбербанк для пенсионеров ряда регионов, жители которых, впервые получив пенсию в Сбербанке на карту или на счет до 20 июля 2023 года, могут получить денежные призы от 2 до 50 тысяч рублей. Каждый пенсионер выбирает для себя удобный способ получения пенсии, но сегодня многие предпочитают получать ее на банковскую карту. Это не просто удобно, но и выгодно. Раньше пенсию приносили мне на дом. Тут я прочитала объявление, что в мае месяце эта деятельность прекратится. Я встретила соседку, она мне посоветовала обратиться в офис Сбербанка. Я пришла в Сбербанк, написала заявление. Вот сейчас я пенсию получаю на Сбербанк, я очень довольна. Оплачиваю услуги ЖКХ через Сбербанк. Дети могут мне переводить на лекарства деньги на карточку. Я очень довольна. Теперь я советую всем своим подружкам-пенсионеркам, чтобы они получали пенсию через Сбербанк. Специально для клиентов, получающих пенсию в Сбербанке, мы разработали ряд продуктов с особыми условиями. Это, считай, вклады для пенсионеров с повышенной процентной ставкой, Сберкарта с бесплатным годовым обслуживанием и начислением повышенных бонусов Сберспасибо в нескольких категориях, в том числе в аптеках. Конечно, мы будем рады видеть наших пенсионеров и в офисах банка, где также можно получить эту услугу. Прогресс не стоит на месте. Двигаться в ногу со временем можно, в том числе и получая пенсии по-новому. Сделать это можно в банке как в офисе, так и онлайн, а также на госуслугах или в отделении Социального фонда России. После подтверждения пенсия будет поступать по графику фонда.